Дети знаменитого певца Александра Градского, Марии и Даниил, попросили СМИ уважать их горе и частную жизнь после потери близкого человека. Они признались в любви к отцу и отметили, что эту потерю невозможно восполнить. В это трудное время мы очень просим все СМИ уважать наше горе и право на частную жизнь, заявили дети певца. Даниил и Мария отметили, что в их отце умещалась целая вселенная. Для всех он был виртуозным певцом, неординарной личностью и наставником, а для них – самым близким, любимым и родным человеком, потерю которого восполнить нельзя. Народный артист России Александр Градский умер на 73-м году жизни в одной из московских больниц прошлой ночью. Накануне он попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Певица Лолита Милявская заявила, что Градский в своем творчестве удивительно сочетал академический вокал с духом рок-н-ролла. По ее словам, современным исполнителям даже не снились приемы, которые использовал в своей работе музыкант. Звезды российской сцены скорбят по ушедшему мэтру. Агутин, Ургант, Долина и десятки их коллег уже посвятили Градскому слова прощания. Напомним, Александр Градский – знаменитая личность, обладавшая разносторонними талантами в области поэзии, музыки и вокала. Исполнитель стал одним из родоначальников рока в России, народным артистом Российской Федерации и обладателем ряда государственных премий, которые были ему присуждены за выдающиеся заслуги в области театрального, музыкального и эстрадного искусства. Он навсегда останется в наших сердцах. Светлая вечная память. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.